Югорским выпускникам будет сложнее получить медаль за особые успехи в учебе. На заседании правительства утвердили новые критерии для награждения выдающихся 11-классников. Теперь им нужно соблюсти три обязательных условия. Получить аттестат с отличием, сдать два обязательных экзамена на отлично, а также победить в Олимпиаде или получить 70 баллов на ЕГЭ за предметы по выбору. Ежегодно медаль получают 10% югорчан, а это около 800 человек в год. Напомню, награда не предполагает особых условий при поступлении в ВУЗ, как это было раньше. Тем не менее, при приеме документов учебные заведения могут присудить дополнительные баллы абитуриенту-медалисту. Обсуждения начались в мае месяце, и поэтому родители и педагоги начали переживать, что эти изменения коснутся тех ребят, которые выпустились в этом году. И тут вот были опасения, и тут были напряжения, потому что ребенок весь год идет к этой медали, и если бы правила игры изменились в конце мая, конечно, для многих это было бы стрессом. Поэтому, конечно, педагоги департамента образования объяснили, что эти изменения будут касаться только выпускников, которые будут выпускаться начиная со следующего учебного года.